Сьогодні ми пильно придивляємось до основної стіни у домі. Яскрава, вишукано оздоблена та несподівана. За допомогою декору вона стає по-справжньому особливою. Сучасні дизайнери експериментують з її оздобленням, втілюють у життя цілком несподівані ідеї. Вона сама по собі произведення іскусства. Або произведення дизайну, да. не буду підіймати його до рівня іскусства. Все найвигадливіше вже побачив Віталій Вахов. Іменно тут найінтересніша ідея. Обшивку для стіни у світі дизайну та стилю називають буазирі. Традиційно буазирі виготовляли з дерева. Сьогодні ж оздоблення основних стін у домі стає більш емоційним, а палітра ідей – більш насиченою. Склад дровішок, на самом деле, вони вузенькі, приклеєні на якусь металічну, може, керамічну поверхність. Так нарізали доски і виложили з них мозаїку. Благодаря вот этому мы можем создавать интересную такую рельефную картину, панно на стене. Любое панно. Деревянная мозаика, если хотите. Ну вот отдельные панели. Вот они. А, вот она, вижу, все, вот он модуль. 50 сантиметров модуль. А вот здесь одна и та же ширина играется. Вот так можно выполнить каминную стену, центральную стену в доме. Ну, теоретически здесь может быть установлена и мебель, здесь может быть место под телевизор. Имеется в виду, что фабрика обеспечивает один размерный модуль и разная высота для того, чтобы можно было сделать такой игривый джазовый ритм и набрать стену в натуральном материале. Это медь. К чему делать стену из металла? Медь – это что-то такое, что очень близко к огню. Это, ну, современное прочтение каминной зоны, можно сказать. Оригінальний декор не суперечить сучасним дизайнерським рішенням кожного конкретного приміщення, а навпаки гармонійно доповнює найрізноманітніші стильові тенденції. У Петра через только одна новая коллекция. Вот эта плитка, посмотрите на ее формат. Вот такая она, достаточно большая. Прорезана золотая прорезь и вот такие керамические, наверное, я не думаю, что это металлические вставки. Ну, империальный такой дизайн. Сейчас мы покажем, как это выглядит в ванной комнате. Вот так предлагают дизайнеры фабрики. Коричневый под металл пол. Безусловно, это не прямые цитаты, это фантазии на тему империи. Вот можем увидеть целую буазерию, зеркальную буазерию, сдвижные двери. На зеркале что-то похожее на вот эти чуть изогнутые веточки. Вот так оно будет открываться. И вот так оно будет аккуратно закрываться. Замшевая буазери. Мы видели зеркальную буазери, замшевую буазери. А мы видим с вами, как делается буазери вертикального расположения панели. По-моему, смотрится красивее. Помните, у нас лет 15 назад была евродоска. Это были такие бумажные фотографии дерева на стенах. То вот это рельефная, натуральная, очень красивая вещь, по-моему. Здесь посмотрите, как компания решает каминную зону. Вот так вот стена из темных деревянных панелей. Выделенная ее часть выступающая. Светлые, рыжие такие деревянные панели и зев для камина. Обратите внимание, здесь нет рельефа, это гладкая поверхность. А здесь мы имеем рельефную поверхность. Но, кстати, здесь мелкий рельеф, а на той стене мы видели более крупный. То есть это говорит о том, что есть большой ассортимент разновидностей вот этих панелей. Дизайнери експериментують з цілою палітрою матеріалів. Основну стіну декорують шкірою, керамікою, металом та деревом. Але як найкраще виділити центральну стіну у домі допоможе світло, а точніше гра – світла та тіні.
В последнее время это стало очень популярной темой. При помощи света и светильников украшать, делать буазыри на стене. Скажем, если дизайнеру нужно как-то разнообразить важную стену, чтобы она не была пустой и при этом она стала функциональной, можно использовать для этого композиции светильников. Многие фабрики предлагают их. В этом году очень интересная тема дизайна Арика Леви. Называется это фолд. Фолд – это смятая бумага. Все та же возможность буазыри на стене при помощи светильников. Ну, посмотрите, как здесь играет свет и тень. Дает освещенность в комнате определенную, такую приглушенную. Например, в доме, в том месте, где рассматривает телевизор, где нужно иметь тусклый свет, неяркий, это очень уместная композиция. Стена здесь выступает холстом, на котором свет произведет какой-то рисунок. Ну, собственно, даже не так. Свет создаст фон, а рисунок получится из тени. Тени, образованных вот этими экранами. Матеріалом для оздоблення може стати і керамічна плитка. Кераміка сьогодні настільки функціональна, що здатна імітувати найрізноманітніші матеріали. Це просто безумие вообще. Пожалуй, імітація текстилей – самая любимая імітація, тому що текстиль содержит максимальное разнообразие различных текстур, оттенков, способов плетения нити. Смотри, они не выходят никуда за рамки сдержанных цветов. Здесь нет красок, здесь есть совершенно конкретные отдельные цвета. Эти цвета приглушенные и фоновые. И при этом плитка создает совершенно необыкновенные эмоции уюта. Ну, она какая-то вся сентиментально домашняя. Такое впечатление, что это такой приятный поролончик, такой, знаешь, что она мягкая. И как можно так сделать плитку, что она кажется, как будто бы на нее надавишь, и она прогнется? Где-то она похожа на сложенную бумагу. Она вся приятная на ощупь. Именно здесь самая интересная идея. Не требуется дополнительных разукрашиваний. Она сама по себе произведение искусства. Или произведение дизайна. Да, не буду я, не буду поднимать ее до уровня искусства. Неспроста дизайнер этой плитки японец. Поскольку маленькая. И вот эти утонченные полосочки, напоминающие бамбук. И вот эти маленькие шестиугольные соты, создающие вот такую вот какую-то небрежную рябь. И вот такие вот орехового цвета прямоугольнички. Вона привертає увагу, її хочеться розглядати годинами, вона по-справжньому символізує розкіш. Ця крихітна мозаїка може перетворити центральну стіну у домі на дивовижну прикрасу. Мозаїка потребує дивитися на неї здалека. Она как бы сшита из маленьких пикселей. Тож сучасні буазирі можуть не лише доповнити, насичити інтер'єр відповідними нотами. За допомогою світла, дерева, керамічної плитки та дизайнерської ідеї можна звичайну стіну обернути на дещо по-справжньому несподіване і чарівне.